Сервис бронирования Booking.com исключил возможность бронирования жилья для отдыха в Крыму. На попытку зарезервировать номер отеля или квартиру в любой точке полуострова появляется ответ, что это невозможно. Причиной запрета Booking.com называет необходимость соблюдения санкций Евросоюза в отношении Крыма. Однако лазейка осталась для бизнес-путешествий, то есть при бронировании отеля в Крыму с пометкой «Я путешествую по работе» все функционирует в обычном режиме. Именно поэтому в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма агентству РИА Новости заявили, что власти полуострова считают запрет Booking.com на бронирование условным.